Я вспоминаю, как занималась с отцом после крысиной чумы. Он говорил, что когда-нибудь наши враги придут и за мной. Запахи и звуки Данолы не меняются. Да, это мой город. Интересно, что мы будем отрабатывать сегодня? Ну, Ваше Величество, посмотрим, что ты умеешь. Ладно, хорошо. Делай ускорение. Перепрыгни препятствие и потом подтяг. Быстрее. Да. Что дальше? Если бы можно было бегать и прыгать целый день. А-а-а. Теперь тест на ловкость. Иди ко мне. Ты быстро учишься. А теперь посмотрим, насколько ты бесшумна. Здесь надо быть осторожнее. Насколько ты бесшумна. Он ничего не заметил. Не попадай в поле зрения противника. Как говорит Корва Атана, тайна как секрет, тихо как закат. Помни, пистолет разбудит всех в доме, а палец стреляет бесшумно. Теперь больше оружия и боевые тренировки. Ну что, Эмили, подеремся? Хорошо. Вся в меня. Если на тебя замахнулись клинком, ставь блок. Блок клинком. Есть. Неплохо. Очень хорошо. Ты прирожденная драчунья. Правильный блок выбьет врага из равновесия. Ну же. Разумно. Это остановит даже самого жестокого убийцу. Даже в бою можно придушить противника.
Пока они выбиты из равновесия, наноси смертельный удар. Ну же. Когда враг выйдет из равновесия, можно начать контратаку и добить его. Если на тебя замахнулись клинком, ставь блок. Знать, что ты за себя постоишь. И когда ты попадешь в беду, ты будешь готова. Зачем мы отмечаем годовщину ее убийства? 15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубившей Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. В борьбе за власть те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом, но мой отец, Корво Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Ваше Величество. Мне уже не нравится эта церемония. Ваш перстень. Все, вы готовы. Спасибо, Алекси. Открывай двери. Ее Императорское Величество Эмили Колдуин. Мои верные подданные. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживет ее имя сквозь века. Эмили. У тебя усталый вид, отец. Каждый год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. Ты учишься. Не думай о провокаторах. И мы поймаем королевского убийцу, рано или поздно. Люди говорят, это ты. Что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня? Нет, кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь в заперти? Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись, скоро все закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Ваше Величество, прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость. Герцог Серконоса. Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любопытно. Его светлость Лука Абеля, герцог Серконоса. Механические солдаты? Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше Императорское Величество, и вы, защитник короны Корво Атана, уроженец нашей Родины, Серконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле, восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас, герцог. Не спешите, Ваше Величество. Вас ждет величайший дар — семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра. Моя дражайшая племянница. Это ложь.
Мой отец, император Эйхон Якоб Колгуин. А Джессамина, моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данул. Теперь я вернулась. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек. Я пришла освободить тебя от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад. И вот я здесь. Повежливей. Эмили Колдуин, дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны. Пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все, ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Далиле! Далиле Первой! Арестуйте Эмили Колдуин и ее отца за преступление королевского убийцы! Что? Я запру леди Эмили в ее покоях. Затем отправлю Филипп Колдридж на суда. Мой отец спустил все, когда я был мальчишкой. Поэтому я ношу эту форму и отправляю сопляков на патрули, вместо того, чтобы пить в стрелковом клубе. Капитан, я слышала крики. Леди Эмили, в чем дело? Вольно, капитан Мэйхью. Нет! Вот, значит, игрушка защитника корон. Кому нужен складной меч? Говорят, что у вас в покоях есть что-то вроде сокровищницы. А золота там столько, что хватит купить весь остров. Говорят, что кольцо — один из двух ключей от нее. Что? Что случилось, Алексей? Тронный зал. Отец! Одна я не справлюсь. Надо выбираться. Черт. Сэр, сколько времени нужно Рамси? Не торопитесь, капитан. Все что делали, в конце концов, ему есть что-то. Если я не знаю, он помог законной императрице занять корону. Наверное, не стоит спешить. Надо укрыться где-нибудь. Мне нужно подумать. Эти ублюдки заодно с Рамзи и герцогом Сирконоса. Есть хочется. Дедушкины часы. Я прятала в них лягушек, доводила прислугу до белого коленя. Я считала, что у меня ужасно тяжелая жизнь.
Пёсья яма. Подумать только. Иногда я даже скучаю по тем временам. Который раз я вижу этот горизонт. Такое чувство, словно все изменилось. Далила какая-то ведьма. Но как это возможно? Где защитник короны? Это переворот. Мой отец, коротко говоря, он в заточении. Бегите из башни! Через сокровищницу! Сегодня в доках одна дама, капитан корабля, искала защитника короны. Найдите ее и бегите из Дануола. Алексей, прости меня. Прощай. Это откроет только мой перстень, а он у Рамзи. Мне нужен мой перстень. Предатели. Выходы из тронного зала перекрыты, значит, нам можно не торопиться. Будьте здесь, останавливайте всех, кто придет. Я обыщу королевские покои и сразу вернусь, если, конечно, не застряну в проклятой сокровищнице. Если вернутся люди герцога, мы вас прикроем. Ох, вот так дела. Все меняется. О, да, восстанавливается естественный порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл с Баттингсами и Бойлами. Мы были сливками общества. И скоро вы вернетесь в высший свет, капитан. Семья Рамзи утратила положение в обществе, и, похоже, его это обозлило. Но почему он винит во всем этом меня? Так или иначе, Рамзи опасен. Нужно вывести его из игры. Черт побери, мать твою, сука, а черт, дьявол. Ты это заслужил. Больше не буду с ним расставаться. Этот замок сделал Антон Соколов.
После крысиной чумы я провела здесь столько ночей. Боюсь, они мне понадобятся. Может пригодиться. Даже если я вынесу отсюда все эти запасы, Далилу они не победят. Надо укрыться и понять, что происходит. Мне нужно добраться до доков. Надо выбираться из Данола.